Расскажи, какая Василиса? Игрулевая. Добрая. Алиса добрая, хорошая. Лучшая. Сестра. Милая. Сестренка. 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 За что любишь ее? Любишь вообще? Да. За то, что она веселит меня все время. Она мне скучно, тем более. А мне не бывает почти с ней скучно. Иногда она меня чуть-чуть вот бесит, чуть-чуть. Ой, вообще чуть-чуть. Да. Я ее люблю, потому что она все время за мной убирает. И в гимнастическом лагере она мне все убирала, все. И вместе бояться не очень, ну, страшно. Вместе бояться смешно, потому что мы придумываем разные смешилки. И иногда играем с ним очень много. Угу. И не можем успокоиться, бесимся. Очень много бесимся. Я люблю Алису до конца своих дней, и я хочу, чтобы мы вместе умерли в одном гробе. Вот. Ты бы могла жить без Василисы? Нет. Но я бы не прожила б без сестры. Я не могла сама помыть голову, во-первых. Во-вторых, без нее никуда. Без нее как-то не очень спать. Она, ну, не согревает меня ночью, не накладывает на меня ноги. Мне нравится, когда она на меня ноги накладывает. Но я пока это Василисе не рассказывала, потому что она сама это услышит. Я хочу, чтобы Алиса никогда не болела коронавирусом, потому что у нас пандемия. Счастье, здоровье, чтобы она никогда не болела коронавирусом, это сейчас пандемия. Чтобы она не болела ничем вообще, и чтобы она была нормальной сестрой, хорошей. И я хочу, чтобы она получала в школе одни пятерки, и у нее все было хорошо по математике. Алиса, я тебя очень люблю, 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 люблю. Я так тебя люблю, Василиса. С днем рождения, Алиса! С днем рождения, Василиса!